По традиции, прежде чем начать конкурс, самые ценные напутственные слова ребятам и девчонкам скажет их наставник. Мы приглашаем на сцену ректора ЧГПУ Владимира Витальевича Садырина. Всем добрый вечер. По моим ощущениям, что сегодняшний праздник становится главнее 8 марта и 23 февраля, это уже точно. Я хотел бы сказать ребятам, что кто бы сегодня не выиграл, для нас они все уже победители, поскольку они преодолели себя, свой страх. Ну и очень смелые молодые люди, которые сегодня будут соревноваться. Мне нужна помощь, Станислав, ваша. Можно вас попросить? Пожалуйста. Я думаю, что начало у нас должно быть каким-то таким не совсем обычным. И чтобы... Вот жюри всегда мучается, когда подводят итоги, и им не хватает там сотых баллов. Поэтому... Мы от ректората делаем сюрприз и задание. Пожалуйста, розы принесите. Значит, задание такое. Станислав, вы сейчас всем юношам по одной розе раздадите. А зал и жюри будут следить, кто элегантнее, галантнее, оригинальнее, вручит розы своей девушке. Причем, конечно, времени нет, а так бы можно вообще провести конкурс, чтобы никто не повторился. Но поскольку... Я думаю, что это несколько неожиданное задание. Подождите. Так, давайте успокоимся. И как образец галантности начнем со Станислава. Станислав вручает розу Регине. Вы следите. Ну, молодцы, ведущие помогают. Ну, а теперь зал следит. Молодые люди повернулись. Пошли! Степан будет больше всех делать обнимашки. Давайте пожелаем всем девушкам, самым красивым, самым очаровательным и нашим юношам, самым галантным и самым мудрым, умным, удачи, в добрый путь. Вот кстати, не главный наставник нашего вуза мог создать такое праздничное настроение. Спасибо вам, Владимир Витальевич. Еще раз аплодисменты нашим участникам.